подогнал к гаражу, поднял мой лифт. Сейчас стягиваю пружины, переднюю вилку стягиваю ремнями. Так вот, вниз, чтобы здесь опустилась вниз немножко, прошла этот порог небольшой здесь. И вытаскиваем. Удобно, что у меня гараж такой вот с подъемником. Быстро выгрузили мотоцикл, сейчас его сюда вниз. Пока это к соседски гараж поставил, будем потом заниматься. Соседа все равно машины нету, пусто, пока здесь постоит. Пока прикручу, соберу все. Вот такую трубу для мотоцикла прикупил я. Заплатил я за нее 30 евро. Она новая. Хозяин, его дочь покупала это для мопеда. И что-то, может, не подошло, ничего не знаю. Короче, нормально. Я взвесил, 2 килограмма весит. В интернете надо посмотреть, сколько такие стоят. Но мне кажется, они стоят до 200 евро. Я не пойму до сих пор. Это вроде как карбон выглядит. Но он что-то довольно тяжеловатый. Ну, может, это то, что труба здесь, из-за трубы. Потому что у меня был уже карбоновый, почти похож на этот, на моем мотоцикле большом раньше, для бандита моего, Suzuki Bandit 600. И там было без этой трубы, и он был намного легче, размером примерно такой же, или чуть больше. Здесь, потому что труба... Диаметр здесь 4, немножко больше. Сама труба тоже немножко длинная для моего мотоцикла. Надеюсь, мой механик говорит, у него есть аппарат, который гнет трубу. Если что, может подогнуть ее можно. А если нет, придется тут везде резать, приваривать заново. Так, вот поставил на зарядку. У меня такая вот зарядка, которая постепенно восстанавливает батарею, если она даже хорошо пострадала. Но здесь показывает 13 вольт. И она достаточно сейчас вот еще пару столбиков поднимется. Нормальная батарея, не мертвая. Вожусь со своей машиной, вот салон весь, внутри все повытаскивал, половик, сиденье, все занимался. Будет отдельное видео, все, как я это делаю, чистю. Сейчас просто такой вот, как говорится, мои будни показать немножко. Зачистил все, половик зачистил, сушил все это. Пылесосил, высасывал грязь, там это, половик уже в машину отнес, осталось сиденье. Сиденье, что я вожусь, еще, конечно, кожу подкрашиваю, потому что были кое-где пятна, трещины, все, особенно шоферское сиденье. Сегодня заканчиваю. Краску покупал, вот, для кожи краску. Наношу я ее губкой, вот так вот, губкой наношу, и потом это феном подсушиваю. Я часто заказываю какие-то там орешки, еще что-нибудь, это оптом. То, что я это часто кушаю, и чтобы не покупать, не переплачивать также немножко. И ищу в магазине, в интернете большинство ищу, иногда акции в магазине вижу, но это редко, в интернете я всегда встречаю. Чем мне надо, иду или и ищу. Сначала я купил вот такие миндаль и фисташки. У меня целая эта коробка большая пришла, я уже не помню, в том году заказывал, осенью пришла приличная порция. Сэкономил точно. Шоколадки сейчас у нас в магазине, вот такие вот шоколадки акции. Там я покупаю с большой скидкой, их тоже набрал. И сейчас я заказал семечки, так как я семечки вечером тоже часто щелкаю. Семечки полезные, успокаивают. В этой упаковке 10 штук. Вот такие вот, по 300 грамм, вот-вот. Очень хорошие, производство Молдавии завозят. Когда-то, много лет назад, мне сестра принесла такую упаковочку с магазина. У нас в Лидле продаются такие вот. Сейчас уже во многих магазинах начали такие продавать. В больших магазинах. Я попробовал, офигел, хорошая цена и все. Они стоили раньше 1,29. Это где-то примерно 5 лет назад, может чуть больше. В том году еще стоило 1,99. Сейчас уже 2,29. Они все равно дешевле, чем какие-то другие семечки в магазинах. Да и в русском магазине тоже, если сравнивать по граммам, по весу, то они самые дешевые, ну и самые вкусные. Мне нравится прожарка. И сейчас в интернете я увидел скидка. Закажи вот такую упаковку, 10 штук, и получится большая скидка. Пересылку доплачивать еще 5,50. Я так думаю, пересылка. Получается, я почти не экономлю ничего. Но было написано, если закажешь больше 50 евро, то пересылка бесплатная. Я думаю, я же все равно ем. Заказал вот такие вот 3 коробки. Вот они у меня еще 2 коробки стоят.
И мне еще даже в подарок вот такие две коробки печенья положили. Я уже начал кушать вот такие печенья. И вот такая вот коробочка с маленькими печеньками. Тоже вкусные печеньки такие, мелкие такие, вот, для детишек. Как подарок то, что я это заказал. Я думаю, ну, короче, выгода. Это уже даже дешевле, чем 2 евро про штуку. Я еще не посчитал, если разделить 55 разделить на их 30 штук, тогда узнаю, сколько цена. Вот на улице у нас уже весна, если так сказать. Уже деревья подрезают везде. И, конечно, это поздно подрезать деревья, потому что уже пошли почки, цветы уже вылезли, подснежники всякие такие вот цветочки. Травка растет. Ну, тепло на улице. Днем примерно плюс-минус 15 градусов, ночью где-то 10 градусов. Вчера тепло было ночью, мы еще на велосипеде катались поздно, вернулись домой, было отлично. И вот получается, я вот машину пригнал где-то к 25 декабря, я пригнал машину. Вот моя Toyota. Сейчас салон я весь полностью вытащил. Сейчас закончу салоном возиться. Потом, может быть, снаружи начну ее немножко мыть. Вот такая вот губа эта черная висит тут вот. Мне она не нравится, но я пока оставлю ее висеть. Вот если посмотреть, половик я еще не совсем, это, как говорится, я его вытаскивал, но не совсем еще положил, потому что там под половиком, который делает изоляцию шума от мотора, его вытащить нельзя, но там почему-то влажно, поэтому я его, как говорится, еще не вытаскивал. Ну, оставил сушить, посмотреть. Купил я эту машину в Канаде и уже с этим отбойником, я не знаю, как их правильно называют, ветряк, защита его использует. Я уже раньше читал много раз, для чего их используют. Он, как говорится, то, что здесь такой вот поток воздуха задирается вверх, здесь получается как шпойлер, то капот и стекло остаются чистые, ни мухи, ни камни не попадают. Я не знаю, никогда такой не покупал, не имел. И вот сейчас я... Он мне не нравится, я бы его выкинул бы уже. Но я хочу какое-то время поездить, я еще не сильно много ездил. Я вот только вот пригнал это с Роттердама. Это 600 километров примерно проехал, и все, теперь он стоит. Приведу в порядок, как только потеплеет, весна придет, буду немножко путешествовать. И хочу проверить, правда ли так, что стекло чистое, там мухи не попадают, все такое. Если это не совпадает, я выкину его. И говорят, если она находится на машине, то вниз сюда лезут всякие грязь, листья, это гниет, и потом капот начинает гнить. Если он, как говорится, там где-то поврежденный, еще что-то, то... Но он мне не нравится, и вот такое вот дело. Короче, сейчас салоном вожусь, а потом уже буду потихоньку снаружи делать там колеса. Лак надо помыть, посмотреть, в каком состоянии лак. Сегодня денек, короче, проверка гаражей. Один раз в год приезжает какая-то компания и проверяет гаражи. У нас не просто гаражи, у нас подъемники внутри, потому что два места на одной стороне, получается. Вот сейчас пока поближе подойду. Поэтому мне сегодня пришлось 8 часов выйти, выгнать мою технику. И сейчас вот все гаражи открыты. И где они? Чуть не вижу никого, что кто-то ходит проверять гаражи. Как работает там эта гидравлика и все такое вот. Они проверяют на состояние. Также сам этот вот, где машина стоит, вот этот перекладина, меняют, если она ржавая. Вот мои мотоциклы выгнал. Мой фокус вот. Я на нем еще в 15 году он стоял на учете, ездил. Ютуб наклеил, крышу вот пластидипом обклеил, как говорится. Вот мой гараж. Вот подъемники такие вот. И главное, у всех уже поменяли. У всех уже новая железка оцинкованная. А у меня еще старая, ржавая. Но это не от моей машины, потому что на моей машине я почти не ездию. И поэтому... Как говорится, это еще кто-то первый хозяин приезжал. Здесь у него, наверное, что-то стояло, и очень этот угол очень ржавый. Вот так вот цилиндры двигают. Он опускается тихо, потихоньку вниз. Я это иногда использую как подъемник для машины. Там что-то под мотор, если залезть где-то, я заезжаю вот наверх. Сосед, говорю, освободи место. Он освобождает, машину свою выгоняет. Я потом, как говорится, передними колесами заезжаю сюда и поднимаю потом. Получается, задираю машину и могу уже спокойно под свою машину залезть. Все безопасно, без проблем. Было раньше время, когда я катался много на моем фокусе. Я его купил в 3-м году,
новым. И первый год я много откатал. А по следующие уже года меньше. И вот с 15 года я начал привозить технику с Америки. И я его снял с учета, потому что я на нем почти не ездил. Конечно, он экономный. Там у него 1.6 мотор. Расход примерно у него под конец... Вначале было примерно 6.5, как этот завод говорил. А под конец уже 5 литров примерно при моей езде. Красивый лак. Но это все, конечно, это снимется все вверху, пластидик. Когда-нибудь сдеру. Это чисто на сохранение лака просто. Вот мотоцикл уже почти готовый. Жду, как потеплеет. Ну, сейчас машины, когда закончу немножко возиться. А этот, как вы видите, я его много чего переделал. Зимой, когда много дождей и холодно, я вот эти вот ветряки использую, защита, как говорится. Летом не снимаются, конечно. Сегодня хотим закончить сиденьями, до конца покрасить. Потом эта сидушка на мотоцикле я уже снял, дома лежит. Хотим сегодня еще перетянуть ее с пацаном. Мне нужен второй человек, чтобы там держать, пока я буду там клепать потом. Я еще ни разу это не делал, но я видео на ютубе посмотрел, вроде можно делать. Единственное, что у меня подъем высокий, сейчас покажу. Все. Сейчас пятница. Суббота, воскресенье, понедельник. И во вторник я с отцом уезжаю, улетаю. Хорватия, Монтенегро. Я уже видео выложил. Можете посмотреть. Там такой небольшой анонс. Как путешествие. На 2 недели. Через 2 недели вернусь, буду дальше уже заниматься со своей машиной. А пока мне надо уже вообще уже заканчивать и готовиться к моему путешествию. Покупаю иногда пиццу себе, такую вот замороженную. Разным видом, но большинство с сыром, без мяса. Я мясо не ем, ставлю его в духовку и потом уже покажу, что я дальше делаю. Пицца готовая, я делаю немножко приправу, тут всякая такая вот итальянская приправа. Тут все, майоран, базиликум еще, немножко этого укропа, немножко оливкового масла сверху. Потом немножко лимона еще накапаю. Чеснок отдельно я кушаю, кому как нравится. Квашеная капуста сверху. И будет сейчас объедение. Все, вот такая вот пицца готовая. Сестра говорит, ты немножко пережариваешь ее, подгорает уже кое-где. Я люблю такую, потому что тесто полностью пропеченное, нет сырого теста. Квашеная капуста сейчас немножко постоит. Она делает это опять все сочное. Мы пиццу кушаем с пацаном вот так вот. Ему нравятся мои пиццы, когда он ко мне в гости приезжает. Это сын моей сестры. И с чесночком в прикуску вот так вот мы кусаем вдвоем пиццу. А он с одной стороны, я с другой стороны. Чё нам резать? Так вкуснее большой кусок. Сейчас покушаем и дальше пойдем красить.